Кул. Коня уберите, это ебаный в рот. Не матерись. Я не люблю по три раза повторять. Ну ты это такой, чтобы повторять по три раза здесь. Ты играл? Нет. Ну так и закройся, значит. Бейте все шипы. Веселочка, сейчас вихрь будет, ты отбежишь от БДК в другую точку. Рейд стоим в звезде. Кто ему за звездочки? Так, я даю первую чешку. Все в шипы сыграли. Опять лужи. Вышли с лужи. Security, давай чешку. Опять лужи вышли. РДД, в трусы переключаемся, бьем трусы. Трусы быстрее. Веселочка, ты сакру кидал или нет? Да. 15 секунд. 20 секунд? 10. А, уже не надо. Так. Так, маспекайся в танка. Можешь потанчить трэш. Скол кому-то нужен? Ретри. Да. Сейчас не агрим трэш, ждем, пока я разрулю вещи. Наручи на танка. На там, если на хила будет писать в РК, да? Да. Эрдру. Колено эрдру на оф. Вам удалось сквозь пенсию разглядеть источник и силы. Так, Юнт, ты можешь? Ты умеешь? Агрить одного моба, притворяться мертвым. Плюсик поставь, если можешь. Отлично. Сейчас я кину метку. Ты эту метку сагришь. Где звезду агри? Нарденик, подходим к звездочке. Иной путь. Так, смотри, веселочка, ты аккуратно забираешь квадрат и отводишь от рейда. Остальные БДК танчат вот этот кружок и остальной трэш. Мы все играем в кружочек, погнали. Подальше отведи квадрат. Да он сел, кто. Чтобы урон от квадрата не доставал меликов, мы не погибали. Все, бейте квадрат теперь. Все, можешь сводить трэш, протопал. Так, Юнт, сагришь после того, как убьем трэш звездочку. Вот.
Уберите ретри ауру, поставьте ауру на фрост резист. Так, обратно поднялись. Кружочек встали. Агри звездочку ем. Так, это плохо. А давайте, отошли все от звезды. Агреди танки на себя, прожми сакру сейчас. Все точечно звездочку. Так, давайте остального помощника убейте. Не могу сейчас метку повесить, не вижу. Я оттянул помощников в центр. Там... нет, там их просто три штуки. Так, ретро, Изабелла, слушайте внимательно. Вы кидаете ланч жертвенности с пула на дружественного игрока. Во время боя следите за тем, чтобы этот скилл всегда был на КД. Чтобы потом вас босс не брал в контроль, и вы не умирали. На кого угодно. Мелики слева бьют трэш, РДД справа. Если какая-то сторона не справляется с трэшем, все помогают. Веселочка, ты танчишь справа. Два БДК слева. Начнется вторая фаза на поле на Поклонского. Следующая на поле Атмы. Помогаем контролить людей. Две совы, два вихря. Маги, овцу, паладины, молот правосудия. Судья, волшебный поток. Поставьте рыбу. Кто может ставить рыбу? Есть такие? Я отдам рыбу. Есть, я сейчас сам поставлю свою. В центре. Правильно я забыла. Скиллованный паладин во время контроля кидает молот правосудия на одного и на второго покаяния. Потом это после контроля все диспелит. Пурики кидает раз в два контроля фир. Никто не бьет АОЕ дамагом, когда кто-то в контроле. Узумаки, ты тут? Иди сюда. Хватит делать Карла масло. Шедумор, дайте лапу. Крест по шаману. Все. Как будете вступать в эти страшные покои? Это место станет вашей могилой. Трэш вышел. Сыграли все в трэш. Справа помогите трэш добить. Давайте справа бьем трэш, плохо сливаете. Трэш взрывается. Сейчас будет контроль 2 секунды, готовимся контролить. Законтролили трусы луну. Трэш справа. Диспольскую херню. Давайте справа трэш сыграли. Занял на кружок. Милики, играйте в трэш. Опять трэш. Все в трэш. Давайте внимательно. Три моба слить слева, три справа. Это сложно? Напрягите свои мозги. Сейчас будет опять контроль. Готовимся контролить. Три секунды.
Расконтролили игроков. Квадрат, луна, луна, фурик. Давайте быстрее. Два вихря, фиры и овцу. Станут паладины. Елораж, давай дим на ману. По леди стопнуться. Купайте по леди. Сейчас будет трэш. Все в трэш. Последний трэш, потом переводим. Во время трэша будет контроль. Смотрим. Сейчас будет контроль. Готовимся к контролю. Расконтролили игроков. Квадрат законтролить. Переводим боссы. Сейчас будет вторая фаза и выйдет трэш. Веселочка ловишь. Справа трэш. Все в трэш сыграли. Будут появляться духи. Все в трэш. Никакого я дамага, когда кто-то в контроле. Вышли духи. Отбежали от духов. Добили один трэш. Уже все вышли. Сейчас будет контроль. Готовимся контролить. Отошли от духов. Контролим здесь. Новые присты. Подожди, не давать. Все в трэш сыграли и отбежали от духов. Дается рост. Играем сначала в трэш, потом в босса. Напуливаем на акма. Все, потом на поклон. Уже на поклона напуливается, у меня уже 4 сейчас будет. Отбежали опять от духов. Отбежали от духов. Дух в мелизоне. Контроль 3 секунды. Вышли служи. Какого ауе дамага? Контролим луну, трусы. Отошли от духов. Пробежали 5 метров от духов. Танк в контроле второй. Дисперсия жабу. Где ты там? Дисперсия. На лестнице. Все, вышел трэш, сыграли в трэш, отбежали от духов. Духи, отбежали от духов. Давайте в трэш играем. Агра нету сейчас, маг, винтор сорвет. Отбежали опять от духов. Пожалуйста, инеры по шаману. Дайте бафы по шаману. Пристабав лапу, контролим игроков. Присты, локи, совы, контролим. Ментор, стопни, сейчас сорвешь, не то граф трота. Ментор, прожми инвиз. Отбежали опять от духов. Трэш не трогаем, добиваем леди. Надо отойти срочно на кораблях, повязку сменить. Сейчас пальцем-то, а? Порезу. Ножом? Юнт, тебе надо штаны на ханта? Хорош.
Поставить шкаф надо, суммануть двух людей. Шкаф стоит уже. Бой он висит у Поклонска. Ну, у кого еще бой? Ни у кого больше. Так, мы спекни, садов танка подтанчит корабль. У вас не фул, что? Ну уже фул. Поклонский, просто зайди сюда, потанчи трэш на нашем корабле. Давайте каску. Пушку одну займите еще.
Да, бой. Поклонский лучше, кто умер. Понимаешь? Дайте на меня диван. Я резну палы, открою сундук, разрулю, запустим сурка, а потом уже вайпнемся на вальках или по ситуации. Боб, на меня киньте. Чальтов 4. Просто всем рейдом через ворота пройдем год. Да, кого открыть? Что там интересного? Опять плащ на Энха. На Энха, в кого там еще, на Ретрика. Ты на Ретрика рулишь? Да. Мне туда, Катя. Кральчик, заходи на шамана. Надо подождать. Привод на сырбок поем. Привет, что за рейд у вас? Луканос, привет. О, есть место? Пока фулл, а кем ты пойдешь? Я только маг. Ну, магов тут 4. Я понял. Илек, бахните. Крайка, ты зайдешь? Папа. Интеллект. Кортра, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Плед только что. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. Богдан слева. Да, спасибо. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери... Это там он был? Пройду через темный портал... Я Лема забыл взять в рейд. Мой сын остался бы цел и чист. Сегодня... Я исполнил... Ну, Ретри, Хила, Кральку, Валем. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколько могущественно ты?
Может, на этом пойдемся? На огне который, блин? Есть еще один диван. Давайте идем на вальку, убиваем одну вальку, на вторую вальпаемся. Тут в двери просто заходишь пойдите. И скидывается батон. Открыл портал. Зайдите в двери. Олег, а можно я пока что ретри общила, спрыгните, мне надо отойти на трэш. Я спрыгнусь. Иди, отходи. Нет, мы идем сейчас на вальку, убиваем первую, на вторую вайпаемся. Что, может не просто хилить, а пусть и лимом будет, или что? Нет, не надо. Более с обычки, более скир. Вы сагрите, но не летит же. На огне ты не раздал, блядь. Давайте не... вальки убьем и на огне подохнем. Я не раздавал, вот. Алекс, сагрили, а мы зайти теперь не можем. На бой бой спал, если что. Хоть не надо вайпаться. Давай тогда я пошел раздам лут пока. Нет, бой. Таким вот бой. Вальку сагрили. А, вальку сагрили. Кашка долбит. Воля. А паладины что, мимо, да? Паладина чешка колба. При желании можно и более отдать. Парите. Такая дешевая. Это Олег, я отойду на 2 минуты. Мне в хиле быть, Олег, или что, спекаться как опять? Спекайся в ретрика, сейчас буду, дойду и буду хилить. Thank you.
Изабелла, ты тут? Ты видишь, что на тебе два дебафа? Почему ты не оббежал? Как ты бабу прожал, если ты его сейчас прожал? Легче было щиток на себя накинуть и кастануть флешку в себя. Добежал, потом. Чему опять висит? Там два моба стоят за агент. Забыла, ты можешь давать мне в небес, когда очень много трэша? Пошли все к вонючке. Всем привет. Привет. Привет, Канок. Кислоты? Пока пол. Обидно. Мне в небес.
Так, три лука, три ШП, Хантер и протопал на рейндж. Я поставлю тотем на силу природы. Солн, попроси выживать чмолок. Смену формы сделал и побежал. На улоках портал плюс отхил. Попроще выживать адекватным людям. Не, ну локом не конкретно попроще на оранже, чем совет, допустим. А рыбу будете ставить? Нет. Ставил уже на жирке вроде, да. Тогда батл был. Все подтвердили где бабл. Звезду Длань Свободы. Спала звезда. Паладина на звезду Длань Свободы. А, залейте маны. Большой в мелизоне. Я чешку прожал. Уклонский прижми незабвенность. Первый раз видел, чтобы на МТ было болезнь. Там сорвали новости. Он оставил море слизи, хоть по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Короче, стакал раскол. И почему-то дал 19. За 10% можно кольцо будем взять? Кстати, слышите, ребята, я извиняюсь за наглость. А там это, а что с демонами сделали? Баб демона не работает. Временно. Вы теперь и лемы, да, решают? Кольцо. За 10%. Рольте за 10. Короче, там этот самый, если буду нужен, крикните, я подниму с там канал выше. Хорошо. Здесь шкаф, чтобы меня засуманить?
По локу попал у Баха. Баф. В рейде есть присты? Вроде бы да. Да. Почему не бафаете? А маги есть в рейде? Магов нет. Неужели? Звездочка от левее. Милики, блядь, без спора. Филипец, что ты сносишь спору не в квадрат, а где ты сам стоишь? Там звезда стояла, звезду закидывал. Зачем закидывать спору в лока? А, блин, не видел. Там половина миликов не получила второй спор. Забыла, ставь ауру на темную магию. Будет едкая гниль, прожмешь мастер аур. У тебя есть этот скилл на панели, надеюсь? Почему его нету? Это ПВЕ скилл. Что она не вкачана у него. Прочитай описание этого скилла, Изабелла. Вот так ты упали. Неужели? Без получки. 52 года, блядь. Дискон. Не-не-не, не шути так. Кральков. Забыл, не читал.
И еще пояс забрать, и все. И 15к на пояс. Сбелла, он что там, прочитал скилл? У тебя на панели вообще есть скиллы забинденные? Там ты прожимаешь буковку в скилл юзается, или у тебя просто циферки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Филеры есть? Приедет. Ретри, ты зайдешь в туннель? Пуститесь назад все. Пуститесь все назад. Нажимаю сейчас мастер ауру на профиль по КД. Тебе надо рассказывать, где прожимается мастер ауру? Ну блин, тогда босс наносит там очень большой урон. И ты знаешь, когда он произойдет. Например, на едкой гнили тухла морда, тухла пуза. Или когда лана взлетает. Все эти боссы бьют магией тьмы. Ставишь ауру на тьму, юзаешь мастер ауру. И рейсистой увеличивается в 2 раза. Ты можешь взять, посмотреть сейчас свои рейсисты, юзнуть мастер ауру, посмотреть, как цифра увеличится. Слушай, а разве в чумном квартале не магия природы? Тухлопуза тьма. В Миломорде магия природы. Но тухлопузе магия тьмы. А у Нателли там же урон какой-то, кровь вроде. Магия тьмы. Да? Да. То же самое на Личе, но там по-разному. Можно прожать мастер аур, когда рейд проседает и переходка начинается. Ставишь фрост ауру и юзаешь мастер ауру. Смотря какая магия бьет. Это, я не знаю, это уже логично. По логике можно подумать. Максимус, проклятие косноязычие на зеленого слизня, Узумаки на красного. Ну а если уже стоит там по команде Рэла, кто-то переставляет ауру и юзает. Акман, что не хватает? Подождись. Руки, ждан. Кулак по АДК. Спасибо. Паладин, у вас есть на панели длань защиты? Постарайтесь, если на красном слизне не будет бафа замедления скорости, и он выберет цель, и будет бежать на эту цель, то этой цели дайте длань защиты, иначе мы вайпнемся. Бросайте свой ДПС в ПК и юзайте длань защиты на человека, на которого бежит красный слизи. Акма, что там, готов? Убегает от красного слизня. Но ты не убежишь потом от красного слизня, потому что он быстрее бегает, чем игрок. Так, веселочка, начинай пить стол. Начинаю по-клонски.
Передавайте, чему не сразу. Дадите хотя бы 3 секунды. Стопайте по профу. Забыл сказать. Все в зеленого сейчас играем. Сколько сейчас процентов? 2-1. Давайте профа. Ой, не в профа, в зеленого слизня. РДД отошли на максимальное расстояние. Милики. Все в РДД зону. Ладно, падаем. Может получиться что-то любопытное. Здесь пальчик купу. Кстати, ты нормально сказал, я не знаю, что они наступили. Что-то я ничего не чувствую. Что? Что? Вот там продолжали бить, там не стопали. Ты сказал на 85%, там ну никак нельзя было. Не, это я сказал на 85%, он на 84% сказал. Ну, этого достаточно на 85%. Если все стопнут, он никак не переведется. Ну, короче, не знаю, там лям сносит доты, вроде как. Сколько у профа хп лямов? Старожила не стопал дамаг. Или ты стопал дамаг? Ага, хорошо. Шедуморн, ты стопал дамаг? О, он стопал. Елараша, ты стопал дамаг? Да? Да. Юн, это ты стопал? По слизню 170. Хилика, наверное, тоже стопал. Больше всех. И Филиппец стопал, да? Да. Я сразу на зеленый переключаюсь. По слизню. А, видишь, все стопнули. Это РЛ слакает просто. Все охуенно правильно. Как только слизень появляется, начинаю его дамажить. Не, просто там, когда слизень вылазит, там всякие бурки, вихри, хуихри, бомбы, хуёмбы, блядь, и прочее. Кто вот теперь процент. Палец почему ты не снимешь так-то? Зачем палец снимать? Ты же знаешь, что стопаем дамаг и на 90%. Вот достаточно одного пальца. Ну вот, 50 лямов в профа. 5% это 2,5 ляма. Все равно ты, Филиппец, на 13 месте по дамагу бисовые шипы. Даже если весь рейд накинет дот, то они несут 2,5 ляма. Ну лям точно, а остальное там, наверное, вихрями всякими. Да и вихрями тоже столько не нести. Ну я не знаю. Ну, короче, когда вылился зеленый, был 1%. Есть рыба? Да, есть. Ну, его дали. Давай. Держись. Магию можешь не прожимать копию на сразу с пула? Пожертвовать своим ДПС в 7к и прожать это на переходке. Чек на баф. Ну, это касается всех. Присты там, тролли, не юзайте расовый скилл с пула. Ну и так далее. Тотема поставить? Security готов? Так, все готовы? Веселочка, иди пей стол. Да, пуляйте уже, я выпью. Где-то там на хосту. Лаба природы стоит. Что ты говоришь? На хосту выпил банку? Нет, тотем где. Ну, спирите, поставь ты тотем на хост. Я поставил тотем на природу. А тебе зачем вам хоста? Мы же все равно стопаем, да? Стопайте по профу.
86. Не веди его, ну ладно. РДД, отошли от зеленого слизня. Милики, если вас откинет зеленый слизень, избегаемся в квадрат в РДД зону. Бежали с цели зеленого. Милики отбежали, РДД добили. Юн, передай чуму. Переводим профа. Поля, передай чуму. Так, давайте. На ком зеленый дебаф к столу? РДД красные. Бьем красного слизня, избегаемся в цель зеленого. Все, разобрали слизни, бьем. РДД, на ком красный дебаф? Сбежали с цели зеленого. Жопой к зеленому слизню. На ком зеленый дебаф? Отбежали в квадрат, быстро. Милики, не бежать. Бежали все в череп. Смена цели красного. Кидайте боб на... Ну, уже не надо кидать. Так, следи внимательно за слизнями. Сейчас будет три слизни. Квадрат. Отбежали. Выходим с лужи. Тинеры заливаем квадрату. РДД переключились в красного слизня. Пельмени. Смотрите за пельменями. Мимики в красного сыграли. Так, сейчас будет колба. Мимики осторожно. Пельмени опять. Влево-вправо бегаем. Лепец ловит пельмень. Так, сейчас будет зеленый слизень. РДД, становимся по центру босса. Где-то возле квадратика. Слева-справа. Пельмени внимательно отбежали. Пельмень избегается в цель зеленого. Так, давайте. Отбегаемся в цель зеленого. Быстрее, кукла, давай в цель зеленого иди, там сейчас туда лужа кинется. Отбежали от лужи. Отбежали от лужи. Стопайте по профу. Стоп по профу, ждем красного. Не бить профа. Елараж, давай гимна ману, ставлю ТТМ. Все в красного играем. Елараж, передать чуму, пельмени. Не ловим пельмени. Ментор. Ментор словил пельмени. Красного играем. Вот, лужи резнулись. Йонг, не вижу, где ты. Кантер, а что ты там делаешь? Далеко. Переводим профа. Жест подыми Юнта. И сразу быстренько под стол. На ком зеленый добав к столу? Дайте бафы по ханту. Не блинкайся только. На ком красный дебаф? Цель зеленого. Сбежали сейчас. Отбежали в квадрат. Кружок отбежали, зеленые. Красный сейчас быстро побежит. Смена цели красного. Смена цели красного. Боб кидаем на войчарджера. Кидайте боб на войчарджера. Отлично. Это кто сейчас кинул боб? Это... Силушка. Жаль. Хотел услышать ник Изабелла. Или ретри хотя бы. Веселочка, прожимайся, забирай профа. Не забыла, есть рай на диван. Звезде кидай боб. Диван, точнее. Клонский снимай, забирай босса на себя.
ничего. Security и Джелли стоп хилы гильдии. С ними супер хили. Топ хилы циркуля. Джелли стоп хилы, наверное, вов циркла, мне кажется. И да, не. Security. Вот. Смотрите этот хил. Защитник. Юнта, как ты умер? Расскажи, пожалуйста. Чисто интерес, пока мы идем на совет. Не слышит, наверное.